Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня с новой серией. Серия будет довольно-таки необычная, интересная, поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но перед тем, как я начну, я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Итак, начнем с того, с чего вообще все началось. 19 ноября 2018 года вышло видео. В этом видео я рассказал о своих целях на данном сервере, то есть на данном проекте, на Amazing Holy Play, первый сервер, где я играю. Всего, получается, я себе дал 4 цели, и дал я себе задачу выполнить их за год. Я выполнил все цели, прям все просто выполнил, было всего 4 цели. Видео про эти цели, где я рассказывал, я снимал это видео, ссылочку я оставлю в описании. Если вы вдруг ничего не поймете, но я вам реально советую посмотреть сначала то видео. Повторю, ссылочка на это видео будет в описании под этим видео, и я еще в комментарии закреплю. Поэтому обязательно посмотрите видео, вы просто сразу поймете, с чего все началось и какая суть вообще этого видео. Итак, я себе задал 4 цели. Первое, это пробег на Мурке 5 пятерок, то есть 55555. Вторая цель, это рефералов 1000, чтобы Муник вело 1000 человек. Эту цель я тоже, в принципе, выполнил, получается. По-моему, 1400 у меня было введенных ников, получается. Самой ник вели 1400 человек. Но, к сожалению, я вам это не покажу, потому что систему рефералов по нику убрали полностью. Третья цель — дом на Рублевке. У меня был дом на Рублевке, когда добавили снежки, я заработал денег и купил себе дом на Рублевке в Арзамасе. И, получается, четвертая цель — это бизнес СТО. Все-таки у меня появился этот бизнес СТО. Да, это семейный бизнес, но все равно можно сказать, что цель выполнена. Конечно же, самое главное, это моя самая любимая машина в этой игре, это BMW M5 F90. Да, я не ошибся, пацаны, у меня это BMW M5 F90, и вот здесь написано BMW M5 F90. Просто у меня заменка стоит на E60, так как мне нам нравится больше. Да, я знаю, в условии добавили E60, но я эту машину покупал 2 года назад, получается. Ну, примерно 2 года назад. То есть, уже эту машину у меня около 2 лет. Получается, все свои цели я выполнил за 6 месяцев, то есть пробег, рефералов, дом и бизнес. Все это выполнил за 6 месяцев. Чтобы вы понимали, я уже накатал этот пробег. Где он показывается? Я что-то его не вижу, кстати. Ага, здесь он не показывается. Он показывается, пацан, только в кар. Вот, давайте, ладно, пишем кар подробнее. И вот здесь пробег 5 пятерок. Чтобы вы понимали, я этот пробег накатал еще, ну, примерно месяц назад. И специально я на ней не ездил, чтобы показать вам прямо на видео. Просто если бы я вам показал скриншот, это было бы не то. А вот я специально не ездил месяц, чтобы вам показать вот так вот вживую, что на ней действительно пробег 5 пятерок, как я и хотел. Почему пятерки, пацаны? Потому что это BMW M5. Повторюсь, видео про цели, которые я снимал еще 6 месяцев назад, будет в описании под видео. Можете посмотреть. Я думаю, вам будет интересно. Минуточку внимания, хочу вам посоветовать канал своего подписчика Ars Game. Он только начал снимать буквально 4 дня назад, поэтому, пацаны, давайте все его поддержим. Просто возьмите все, подпишитесь на его канал, я тоже подпишусь. У него вышло 2 видео уже на канале. Первое видео его вступление, получается. И второе видео про казино, как он поднял 5 миллионов. Поэтому заходите просто, ставите на видос ему лайк, потом берете, заходите сюда, смотрите, тоже ставьте лайки, пацаны, и подписывайтесь на его канал. Давайте поможем ему набрать хотя бы 100 подписчиков, чтобы у него была мотивация снимать дальше. Повторюсь, ссылка на его канал будет в описании. Обязательно все заходите, подписывайтесь, ставьте ему лайки и пишите приятные комментарии. Еще забыл сказать о том, что он играет именно на первом серваке, где играю я, на Мазинге, поэтому, пацаны, я думаю, тут по-любому стоит его поддержать. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
Я вот сейчас хочу поехать на ней целостность починить, потому что целостность у нее 77, но хотелось бы 90 сделать, поэтому сейчас направляемся в эстон нашей семьи, которая находится в Арзамасе. Но пока мы туда едем, я хотел бы рассказать вам, что же я буду делать дальше. Понятное дело, я буду дальше ездить на этой машине. Кто-то еще писал в комментариях, что вот, ты проехал типа 5 пятерок, ну типа пробег свой, который ты хотел, поставь ее и не езди на ней. Ну, конечно же, это было в шутку, но на ней я по-любому буду ездить, потому что я от этого автомобиля получаю очень большое удовольствие. Как бы да, я буду дальше не ездить. В принципе, я все цели свои выполнил, которые я хотел. Теперь я, честно, не знаю, что буду делать дальше. Просто, наверное, играть, развиваться, качать скилл дальнобойщика там и так далее. Потому что, ну реально, я вот сейчас сижу, думаю, и у меня все есть. У меня как бы все есть, я не знаю. У меня есть семейный бизнес хороший. У меня есть семья, особняк там, машины и так далее. Я не знаю, какие можно еще себе цели поставить. Как бы СТО — это топовый бизнес, который есть у нашей семьи. У меня есть машины, как бы всего их тут у меня 6 штук. Ну, АКУ я продам, в принципе. Мерседес нужно будет тоже дать чуваку. И останется у меня 4 машины. Ну, а так всего у меня 8 слотов. Ну, скорее всего, следующая цель — это просто заполнить свой автопарк машинами, чтобы здесь было 8 хороших машинок. Ладно, давайте заезжаем в СТО, в принципе. Оно находится в Арзамасе возле ТРК. Капитальный ремонт. 500 тысяч тратим. Все. Покупаем, выезжаем сразу. Сейчас посмотрим, поднялась у нас целостность или нет. Ну, скорее всего, она должна была подняться, потому что, ну, это по-любому. Вот, теперь у нас целостность была 77, теперь у нас целостность 90. У госконю тоже 900 тысяч, если что. Я еще, кстати, хочу на нее поставить сигнализацию. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Сейчас у меня таких денег, скорее всего, нету, но я думаю, можно посмотреть. Сигнализация стоит 900 тысяч. Ну, скорее всего, я на нее поставлю, потому что я хочу, чтобы она у меня была в полном тюнинге, потому что мне просто на эту машину денег абсолютно не жалко, просто. Я готов в нее вложить все свои деньги. Тачка реально очень годная, продавать ее не собираюсь. Буду дальше на ней ездить, дрифтить, наваливать там и так далее. Потому что, ну, реально тачка очень годная, прям очень годная. И с ней прощаться я не готов. Вот и вот, пацаны, получилось видео. В этом видео я вам рассказал о том, что буквально за 6 месяцев, хотя я давал себе срок год, я выполнил все свои цели, которые хотел. Я считаю, что это очень круто, давайте на это видео наберем много лайков. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Все есть в описании. Посмотрите видео про цели, повторюсь, ссылочка на него тоже есть в описании. Потому что если вы посмотрите то видео и потом уже посмотрите это видео, то вам будет, я думаю, все понятно и будет намного интереснее. Все, всем пока-пока.